Первый раз в Хабаровске на стрелке. Две бабы выходят в ринг. Вы готовы, Хабаровск? Подождите, давайте дубль три. Это вообще никуда не годится. Это просто какой-то отстой. Давайте. Хабаровск, вы готовы? Вот уже лучше. Есть к чему стремиться. Я приглашаю в ринг женщину с рабочей фамилией Ротова Аня. И ее соперницу, девушка из толпы, она не готовилась, как она ее соперница, Румова Александра. Румова Александра, мамка, а могу Ротова, фамилия, блин, нравится. Ротова Аня, все не могу. Девчонки не занимались ничем абсолютно, в смысле боями не занимались, не тренировались. Это будет максимально интересно, на мой взгляд. Артур, не забивай руки. А что я намазал на эту хуйню, блядь? А кто еще мог, блядь? Конечно, не ты, я намазал, спасибо. Спасибо мне за то, что я намазал на эту хуйню, иначе бы этой хуйни бы здесь не было. А эта хуйня очень прикольная, спасибо вам, пацаны. Все охуенные ребята! Красава вообще, красавчик. Ты меня, говорю, прикольно, а ты чё? Если только на сиськи. Да, родители, кто тут с детьми, не обессудьте меня, пожалуйста, даже моего коллегу. Ну, мероприятие взрослое, детей приводите по своему усмотрению. Будьте готовы, что я могу материться. Оденьте на них куртки. Я еще пью, курю и ругаюсь. Варежки, шарфик, да? Ты не уступила, но ты нам не помог. Давай, репутин. Мне папа так же выглядит. А что такое бичило? Хабаров, поддержим девушку на ринге! Ну здесь грех не взять пару слов просто девчонок. Ну ты скажи, Аня, как ты вообще к этому пришла? Как ты на это решилась? Уже год как заявку подавала. Все соперники не понимают. Не, понятно. Как ты вообще к этому пришла? Да, ты же не занималась ничем, правильно? Да. Ну, ты с танцами занимался, Свет? Здесь ты не танцевать же будешь, правильно? Давно это было? Я понял. Ну, максимально уважение, девчонки, к вам серьезно. Тут парни-то не каждый соглашается, тут девчонки, в смысле, но это круто, мне кажется. Юра, ну... А, бля, я готов. Ты же не Ротова. Я Рунова. Рунова, бля. Да, нормально. Ну, ты почти. Че, ты охренела, что ли, женщина? Ладно, Саша. Я забуду. Не одевай ей капу рано, блядь. И вверх ногами одеваешь. Нет, нормально одевай. Смотри, рассказывай. Девочка из толпы. Ребят, девочка из толпы, она не готовилась вообще. Саша, ну давай, рассказывай. Чем занимаешься? Ты у нас самый ярый болельщик стрелки. Самый ярый болельщик стрелки. Да. Она, в смысле, кричит больше всех всегда. Слышали такое? Зая ебашева, ебаш. Вот это она была, наверное, на видео. Ну да ладно, все, что ты рассказывала? Что рассказывать? Я вообще не хотела участвовать. Виталий подошел, предложил, я отказалась. Потом пишет организатор: тут Виталий сказал, ты хочешь поучаствовать? Я говорю: не, я очкую, у меня тренировка никакой, подготовка никакой. Ну вот сегодня пришла, с собой паспорт взяла. Случайно. Да, случайно все совпало. Ну и просто кто-то так и да. Опа, ну вот есть девочка подраться, кто готов, а вот это. Все, девчонки замерзли. Короче, я сломался посередине, ладно. Саша, желаю тебе удачи. По спортсменке, давай. Удачи. Девчонки на середину. Я прям на середину. Правило, я оглашу девочки. Саша, иди сюда, пожалуйста. Аня, Саша, смотрите. Затылку, по затылку не бей, затылок считается волосной покров в ладонь. Позвоночный столб не бить, пах у вас отличается, у вас по груди не бить. Против сустава не бить. Глаза не лезть, чипаться нельзя, короче, вы женщины. Желаю вам удачи, блядь, я это знал, пиздец. Люди, покажите их еще раз.
Все, вы уважаете друг друга. Сильные люди. Иначе мы Целыми. Девчонки готовы, зрители? Вы готовы? Блять, это что? Выше руки, выше! Больше шума, Хабаров! Это жесть просто! Больше шума! Остановились! Если я улетел! Девчонки, внимательно слушайте рефери! Обязательно внимательно слушаем рефери. На ринге может случиться все, что угодно, поэтому мы должны его слушать. Да ладно, девчонки бьются не на шутку! Это вам не показуха! Блядь, они скорее парней, ребят, поддержим девочек! Девчонки, я не завидую вашим парням, если они накосячат, это будет пиздец. Это тот самый слышанный курюш, ума боксер. Нет. Фраза... Это надо? Нет, тут фраза прозвучала, всовывай. Да круто, вот другая, блядь. Готово? Поддержим, девочки, готово! Это очень круто. Хабаров, больше шума! Они не знают, что такое корпус, они бьют руку по голове. Слышите, это реально круто. По затылку не бьем, по затылку не бьем. Что? Кто, шлем? Ну я что, виноват? Ой, продолжай. Я такого жесткого взгляда ни разу не видел, просто я бы испугался. Аня! Это взгляд! Они не остановятся!
пылью и сказал максимум адреналина после того, что он был. Это было очень круто, серьезно. Если не сказать, я крайне не пей меня. Если сказать ее бабку, я вообще ничего не сказал. В смысле, вам парни некоторые позавидовали только что? А некоторые посочувствовали вашим парням. Я бы не хотел такую девушку, у меня пиздец пришел. По секрету, знаете, когда я кончу? Девочки, на самом деле. Девчонки! Девушка не должна. Это какое-то счастье, серьезно. На самом деле, девчонки! Молодцы! Молодцы! Девочки, по-барски, которые выступают на этот песчаный ринг. Давайте еще раз поддержим девчонок. Это очень круто! Я так понимаю. Девчонки, я согласен с рефери, здесь нет проигравших. Это значит, среди вас вы обе очень крутые. Это двое, в смысле, это какое-то сумасшествие. Вы не останавливаетесь на секунду. Я смотрел в ваши глаза, хорошо, не смотрели на меня. Я бы обоссался, серьезно. Молодцы! У вас были глаза убийц просто. Девчонки, это очень круто, мои аплодисменты и всей толпы для вас. Поздравляю, поздравляю, это очень круто. Подождите, девочки, мы тут должны заплатить мальчики, блядь. Давай, 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 давай. Ну-ка, давай сюда. Давай, давай, давай. Давай, давай. И в этом бою побеждает сдачей первая девочка на Дальнем Востоке. Победившая сдачей Рунова Александра. Ну, обе очень крутые, серьезно, это нереально что-то было. У вас поздравляем. У вас подарки, в принципе, это одинаковые, мы готовили, потому что я считаю, что первый раз, это первый раз, мы дали вам. Ты где? Я был от Хабаровска, миллионщики. Мы дали вам на татуировку, в Османе, когда и больно бьют, но вам большая скидка, поэтому недорого. Также сертификаты в кальянную. Get lost.